Добрый день, меня зовут Михарев Максим, я являюсь техническим директором компании «Практик.М». На данном обзоре хотим вас познакомить с нашим этикировочным комплексом «М5». Он предназначен для нанесения самоклеящейся этикетки на любой вид продукции. На данный момент у нас квадратная бутылка с двумя этикетками – этикетка и контр-этикетка. Познакомим вас с основными узлами данного этикировочного комплекса. Для того, чтобы правильно наклеить этикетки на эту бутылку, ее нужно сориентировать, то есть выставить перпендикулярно и параллельно движению конвейера. Для этого существует узел ориентации квадратной тары. Он состоит из двух небольших конвейеров. При заходе бутылки в зацепление конвейеров она выравнивается и прижимается верхним прижимом. Соответственно, стоит идеально ровно по отношению к конвейеру. Выглядит это вот так. Бутылка заходит в узел ориентации, выравнивается перпендикулярно и параллельно конвейеру и уходит в зону этикирования. Верхний прижим прижимает бутылку и удерживает ее в момент нанесения этикетки. Задача комплекса – это нанести самоклеющуюся этикетку на любой вид продукции. Это коробки, банки, бутылки, ампулы. Любая поверхность, на которую можно наклеить самоклеющуюся этикетку. Данный комплекс был разработан инженерами «Практик.М» для нанесения двух этикеток на квадратную тару. Этот комплекс состоит из нескольких узлов. Самый главный узел – это аппликатор. Он предназначен для размотки и выдачи этикетки на бутылку. Состоит из нескольких узлов. Механизм держателя рулона с быстросъемной гайкой, механизм выдачи и аппликации этикетки на бутылку, механизм протяжки ленты и стойка точной регулировки. В данном комплексе установлен узел датировки. Он позволяет нанести на этикетку любую надпись. Это может быть дата, штрих-код, QR-код, надписи, цифры, буквы. То есть все по желанию клиента. Данным комплексом мы управляем с помощью сенсорной панели, которая встроена в шкаф управления. Центральный мозг машины – это контроллер. С помощью панели управления мы можем менять любые настройки, скорости каждого из узлов и механизмов, установленных на данном станке. Для заказа комплекса переходите на наш сайт этикировщик.ру, оставляйте заявку, с вами свяжутся менеджеры и при необходимости соединят со мной, я вам объясню все тонкости в нанесении самоклеющейся этикетки.